Всем привет, всем доброе утро. У нас сейчас 11 часов, 11.50. Так вот, да, погулял сейчас, сходил с Ивакином. Поменял себе обои на рабочем столе. Теперь у меня вот такие вот миленькие обои, прикольненькие, зимние. Вот. И что, да, вчера я все-таки демонтировал тот видос, там была проблема только в одном эффекте, в одном. Из-за одного эффекта он просто не хотел монтироваться. Ну ладно, окей. Разобрался, и сейчас оно немножко тут буквально чуть-чуть демонтируется, и тогда торжественно открываем новый канал. Наверное. Надеюсь на это, по крайней мере. Кошка, иди сюда. Пересидим с кошкой. И сейчас, пока это все монтируется, я думаю сделать превьюху. Превьюху для видоса. Ребятушки, наконец-то это случается. Я загружаю первое видео на свой новый канал. Если я не забуду, то я оставлю ссылку в описании, конечно же, обязательно. Потому что такое событие, как свой новый канал. Это просто, не буду вам тут спойлерить, какое видео загружается, но вы обязательно заходите на канал, смотрите его, я думаю, оно вам должно понравиться. По крайней мере, мне понравилось то, что я сделал. А мне, как вы знаете, очень редко нравится то, что я сделал. Я даже переснимал тот видос, который я вот сейчас заливаю, так что, да, обязательно заходите на мой канал. Сижу вот тут на месте, потому что мой телефон сейчас раздает интернет для моего компа, чтобы это видео загружалось, потому что домашний интернет почему-то до сюда не очень хорошо доходит, поэтому приходится раздавать его с айфона, поэтому да. Так, ну что, буду ждать, пока это видео загрузится, у нас уже 3 часа, сейчас пойду погуляю с Собакиным, наверное, так что вот. А Маруська тут у меня сидит. Съем мороженое за новый канал. Такое вот мороженое с орехами грецкими, очень вкусное. Вообще, я хотел сказать, что на Ютубе стало так сложно все с этим интерфейсом. Я просто помню, какой раньше был интерфейс, у них там было все легко, все понятно, по крайней мере для меня, для тех, знаете, для тех людей, которые только заходят на Ютуб, для них этот интерфейс становится понятным, да? А я, как уже олд, истинный олд, знаете, привык к тому старому интерфейсу, которого, к сожалению, больше не будет. И да, пока создавал канал, очень много там, что нужно было указать. Короче, все это стало сложно. Мне кажется, раньше там было легко, по пунктам все расписано. А теперь там уже приходится разбираться во всем самому. В принципе, заново нажимать на какие-то кнопки, какие-то таблички. И да, там еще какие-то новые надписи появились. Так что в этом всем нужно разбираться будет заново. И хотя это на самом деле очень даже интересно. Сейчас сижу тут с Соней. Пойдем сходим погуляем, потому что дома как-то уже надоело сидеть постоянно. И вообще, когда такое было последний раз, чтобы Соня звонила и предлагала мне гулять, а не я кому-то звоню. Поэтому от такого шанса отказываться нельзя. Пойдем погуляем немножко на улице. Как раз не особо так холодно. Чисто так. Погуляем где. Не знаю, где мы пойдем гулять. Куда глаза глядят, скорее всего, туда мы и пойдем. В общем, мы уже погуляли на самом деле. Ничего не снимал, потому что просто шли по дороге, шли. Куда глаза глядят, я уже опять пришел домой за зарядкой. Потому что мы сейчас пойдем к Соне. Будем сидеть. Пойдем посидим у нее. Точнее, я пойду. Я пойду, Соня пойдет. Ну что, ребятушки, буду заканчивать на этом влог. Мы недавно только пришли от Тани, Сони, с Лайком. Ну как, недавно? Не знаю. Мы где-то уже в 9 часов пошли домой. И у нас сейчас уже, если сейчас не включать, то уже по-любому больше 11. Уже было, кажется, 11:30. Поэтому да. Я еще раз хочу вам сказать, чтобы вы обязательно заходили на мой новый канал. Потому что там будут выходить всякие разные классные видосики. Поэтому я надеюсь, что вам понравится. Не знаю, правда, как часто они там будут выходить.
Но я буду стараться их выпускать как можно чаще. Ну, или хотя бы 1-2 раза в неделю, думаю, будет достаточно. Вот. Да, ребятушки. Завтра у меня уже будут уроки. Какие-то выходные долгие были, знаете? Такое чувство, что очень долго выходные шли, даже не знаю почему. Вот прошло не 2 дня, а неделя. Как будто прошла за эти 2 дня, не знаю. Но это было классно. Так, вот, да, все, ребятушки, на этом все. Всем пока!